вот мы же начинали разговор про, говорили про Россию, Узбекистан. Когда-то это была одна страна. Эта страна была, как вы считаете, правильно организована? Советский Союз? Я считаю до трех. Ну, можете уходить ответ. Ну, действительно, вот я для себя не могу. Понятное дело, рожденный в СССР. А вот я не знаю, потому что, с одной стороны... Почему вы не знаете, если вы рожденный в СССР? И вы ну, потому и молодой что, был, не молод. Нельзя было уехать, допустим. А вы бы уехали? Ну, я хотел бы всегда иметь такую возможность. А вот я не уехала. Я в Англии тренировала 4 года команду. Так. Наездами. Угу. Потом я сказала, знаете что, девочки, не буду больше вас в Англии. Хотите приезжать в Москву? Сидите у меня в Москве. Они бросили школу и приехали ко мне в Москву, и тренировались две девочки. Попали на Олимпиаду за сборную Англии. Угу. И хотели меня там оставить, чтобы я работала со сборной Великобритании. Но я сказала, у меня здесь была тогда Амина Зарипова. Я говорю, она может быть первая, а ваша будет шестой. А мне больше первое место интересует. Поэтому до свидания. Адью. И уехала. Понимаете? Вот в этом разница. Потому что я свою работу не могла променять, потому что наши дети, они были заточены на победу. Там тоже с годами могло быть так. Потому что я им сказала, если школа мешает спорту, надо бросать школу. И они сказали, Ирина, что вы, как это невозможно. Это Великобритания. Сказала, окей, посмотрим. Когда они стали занимать первые места, им стали делать экзамены досрочные, точно так же, как в России. И все было прекрасно. Mm-hmm.